Буквально в 15 километрах от Солигорска появился удивительный уголок, где органично сочетаются прошлое и настоящее. Интерьер подобран таким образом, что вы почувствуете себя в настоящей деревне, хотя все блага цивилизации здесь также предусмотрены. Агроусадьба у Петрухи рада гостям в любое время года. Повеселиться на корпоративе, отметить день рождения или юбилей, да и просто отдохнуть от суеты будней выходные. Здесь созданы прекрасные условия для того, чтобы расслабиться. Агроусадьба расположена на окраине деревни, так что уединение вам гарантировано. А просторные помещения позволят собраться большой компании. Однако, если вы захотите провести здесь не несколько часов, а, к примеру, несколько дней, то обратите внимание, с ночлегом могут отдыхать до 15 человек. А теперь об инфраструктуре. Итак, что же предлагают гостям агроусадьбы? Во-первых, вас ждет обустроенная баня с душевыми кабинами и комнатой отдыха. Можно чередовать горячий пар со спокойным отдыхом с ароматным чаем. Есть и бильярдная, в которой можно устроить турнир на меткость, либо же посоревноваться в интеллектуальной борьбе в шахматы. И какой же отдых в агроусадьбе без мангалов? Вы можете приготовить как шашлык, так и овощи на гриле. Как известно, это самая вкусная еда на свежем воздухе. Если останетесь на ночь, с утра обязательно выпейте свой кофе или чай не в помещении, а на террасе. Ваше утро, несомненно, будет добрым. В целом впечатления от нового места загородного отдыха остались только положительные. Хозяева агроусадьбы у Петрухи будут внимательны и в то же время ненавязчивы каждому гостю. Заинтересовались? Тогда звоните и бронируйте ваш прекрасный отдых уже сейчас. Контакты на экране.